Сегодня в областную детскую больницу доставили новый современный МРТ-аппарат. Для установки оборудования в помещении сейчас ведутся ремонтные работы. Есть ряд обязательных требований: монтаж клетки Фарадея, идеально ровный и укрепленный пол. Вес нового томографа несколько тонн. Он оснащен рядом уникальных программ, открывающих новые возможности диагностики. Теперь диагнозы будут более точные и своевременные, что сыграет важнейшую роль в лечении. Это возможность более точной диагностики для детей онкогематологического спектра, для детей с нейрохирургической патологией, для детей самого младшего возраста, новорожденных детей. Данная аппаратура позволит проводить исследования детям, которые боятся замкнутого пространства, дети, которые не могут достаточно длительно спокойно полежать. Использовать новый МРТ-аппарат ориентировочно начнут уже в январе-феврале 2020 года. Отметим, что закупка нового оборудования стала возможной благодаря национальному проекту здравоохранения. В течение 2019 года по этой программе уже осуществлена поставка медицинского оборудования в детские поликлиники и больницы региона на общую сумму более 106 миллионов рублей. Одно из самых крупных и дорогостоящих оборудований – это магнитно-резонансный томограф. Стоимость его составляет порядка 87 миллионов рублей. Магнитно-резонансный томограф будет размещен в консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы, которая обслуживает детское население Ярославской области, а это порядка 239 тысяч человек.